Ровно 95 лет назад санаторий «Дилуч» впервые открыл свои двери для туристов. По словам руководства, их главная гордость – медицинский коллектив. Высококвалифицированные врачи призваны сохранять и приумножать здоровье пациентов. В здравнице продолжают развивать методики классической курортологии – сухие углекислые и радоновые ванны, обертывание особой грязью, а также магнитотерапия – далеко не полный спектр процедур. И всегда передо мной стояла цель – изучить все современные тенденции, которые есть в медицине, в курортологии, и быть на шаг впереди. Всегда быть на шаг впереди. А другие пусть догоняют. Я думаю, у нас и у меня это получилось. Я всегда живу по принципу, и вам говорю, дорогу осилит идущий. Я всегда думаю о том, что любая сложная дорога с трудностями, препятствиями преодолима. Меня спрашивали, что самое главное и что для вас является наградой. Ни одно мое звание не является для меня наградой, пожалуй, только диплом. То, что сегодня вы назвали, врач, герой и так далее. Да, награда, но я могу их в любой момент отдать, я ничего не пожалею. А главная награда, вот эта девочка, которая написала письмо, и отзывы других, которых вы сегодня услышите. Вот это самая главная награда. Когда человек уезжает, дарит тебе цветы и говорит «спасибо, вы меня вернули к жизни». Одно из достижений здравницы – создание отделения реабилитации. С момента основания оно пользуется огромным спросом. Ежегодно его посещают тысячи человек. Как показывает статистика, 80% пациентов возвращаются к полноценной жизни после процедур. Я работаю вот именно как курирую курорты где-то, наверное, месяцев 7 уже, да? И за весь этот период ни одного письма не было с критическими какими-то оценками именно работы вашего коллектива. Вот огромное спасибо от себя, от главы, от санаторно-курортного комплекса всего в целом и управления нашего. Анапа является действительно уникальным местом, и что действительно отличает ее от всего остального, это рекреационные ресурсы, которые ваш коллектив прекрасно применяет на благо жителей страны и Краснодарского края. За последние 5 лет в санатории было реконструировано 2 корпуса. Сектор отдыха стал современной службой проживания, а диагностический центр полностью переоснастили. Как говорят сотрудники «Дилуча», чтобы добиться такого же успеха, нужно следить за тенденциями развития современной медицины и использовать передовые технологии. Никита Бойко, Ксения Сипко, Анапа регион.